21 рационализаторское предложение в 2016 году внедрили в производство работники карьера ювелирной Ахальского комбината в Мирнинском районе. Ожидается, что новаторские находки усовершенствуют работу оборудования и улучшат условия труда. Об идеях айхальских горняков в сюжете корреспондентов в Мирном. Василий Федотов – ветеран «Алроса». В компании трудится 19 лет. Придумал и внедрил в работу 40 РАЦ-предложений. Последняя задумка – самодельный пулеотбойник для бурового станка. Новое оборудование внедрили в производство недавно. Пыль и грязь быстро собираются на разных механизмах станка. Опытный новатор тут же придумал, где собирать пыль и как быстро очистить самодельный механизм. Изготовили лист, отбойник. Укрепили, сделали ему ребра жесткости, вот, и переделали гидросистему для раздельного включения пылеотдува и подачи воды. Холодная северная зима. Проверка техники на прочность. Частая проблема для машинистов-экскаватора – поломка дверной ручки. Рационализаторы карьера нашли замену – магнитный замок. Теперь двери спецтехники открываются одним нажатием на кнопку. Автор идеи – Сергей Журавлев. Приезжают люди там с завода, с других компаний. Может, и они берут себе на вооружение. И в дальнейшем оно, ну, как бы вводится на вот этих машинах будет. 21 рационализаторское предложение в 2016 году внедрили в производство работники карьеры ювелирной. Стимуляция рационализаторов идет, естественно, согласно положению рационализации в виде выплаты денежного вознаграждения, а также мы всегда своих рационализаторов поощряем на собраниях трудового коллектива, всегда акцентируем на это внимание, чтобы как можно больше людей вовлечь в эту деятельность. В 2017-м айхальские изобретатели уже предложили 5 интересных идей. Пока РАЦ-предложения дорабатываются. Горняки ювелирного усовершенствуют погрузочную технику, улучшат условия труда. Лучшие находки представят на конкурсе рационализаторов. Нурия Сивцева, Александр Домонтов.